Всем здравствуйте! Сегодня вновь Апухтин Алексей Николаевич. Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный, ударом веера толкнула ты небрежно, и трещина, едва заметная на ней, осталась. Но с тех пор прошло немного дней, небрежность детская твоя давно забыта, а вазе уж грозит нежданная беда. Увял ее цветок, ушла ее вода, не тронь ее, она разбита. Так сердце моего коснулось ты рукой, рукою нежной и любимой. И с той поры на нем, как от обиды злой, остался след неизгладимый. Оно, как прежде, бьется и живет, от всех его страданий скрыто. Но рана глубока и каждый день растет. Не тронь его, оно разбито.